времени суток, дорогие друзья, с вами Татьяна Курячая. Вы все знаете, что у компании Faberlic был день рождения, и что была шикарнейшая ассамблея в Питере, в Санкт-Петербурге. Вы многие уже видели ролики и фотографии, которые я выложила, и очень многие директора, кто побывал на этом празднике. Но есть еще и другой момент. Именно там, на ассамблее, компания Faberlic сообщила нам грандиозные новости, какие мотивационные программы они запускают именно в этом году. И не только в этом году. Знаете, очень многие смотрят на мотивационные программы и проходят почему-то их мимо. Я точно знаю, что те люди, те консультанты, которые используют каждую мотивационную программу, которую предоставляет компания Faberlic, они обязательно прирастают и в объемах, и в продажах. Они обязательно вырастают и получают очень большие доходы. Вот сегодня я хочу вам рассказать и сделать урок для вас, как использовать мотивационные программы для развития и роста своей структуры. Как сделать так, чтобы новые квалификации обязательно пришли к вам в этом году или в следующем году. Именно сегодня мы будем с вами говорить об этом. Итак, начинаем. Первое, что я хотела бы вам сказать, о чем я буду рассказывать. Первое. Я буду рассказывать вам о потрясающей акции «Подари себе зимнюю сказку». Подари себе зимнюю сказку. Второй пункт, о чем я буду говорить, о следующей мотивационной программе. Эта программа называется «VIP-консультантом быть выгодно». VIP-консультантом быть выгодно. И третья мотивационная программа, точнее, вы ее уже смотрели, это стартовая программа для новичков. И именно третьим уроком я вам сделаю потрясающий урок, как соединить все три программы и именно добиться результата высокого квалификации золотого директора. Сейчас объясню почему. Три мотивационные программы для достижения квалификации «Золотой директор». Прежде чем я приступлю к первому уроку, я вам объясню, почему я решила сделать серию уроков. Конечно, я хотела все это выложить буквально в одном видео, но когда я начала готовиться, когда я начала прописывать то, что благодаря этим мотивационным программам вы можете получить, и, естественно, могу получить я просто поняла, что за один урок я вам это не выдам. И поэтому у нас будет серия уроков, три урока, но прежде чем я начну, я все-таки остановлюсь на последнем уроке. Дело в том, что сейчас есть третья мотивационная программа для консультантов. Компания Faberlic объявила, что те консультанты, которые достигнут квалификации золотого директора, откроют в третьем периоде 2015 года и подтвердят в 10 или в 11 периоде 2015 года, им в подарок будет поездка в Китай на острова. Потрясающий ролик, потрясающие места, что-то просто уникальное и нереальное. Мы когда смотрели, прям знаете как, безумно хочется туда попасть.
Это очень дорогой подарок от компании Faberlic. Естественно, компания объявляет высокие достижения. И очень многие люди сказали: «У меня не получится». Вот сегодня и на протяжении всех трех уроков я вам расскажу, как это сделать. Поэтому обязательно следите за моей рассылкой. Итак, мы переходим к первому уроку. Подари себе зимнюю сказку. Когда ее читаешь, она кажется абсолютно простой. Но потом начинаешь путаться. И чтобы вам было понятно, я сейчас объясню некоторые пункты, чтобы вы могли запросто разбираться и могли объяснить своим консультантам. А для новичков, которые только пришли, это будет особое подспорье для того, чтобы вырасти и добиться результата. Смотрите, вообще, на что направлена эта мотивационная программа? Направлено. Первое. Эта программа направлена мотивация для рекрутеров. Мотивация для рекрутеров. Точнее, это я говорю о том, что есть консультанты, которые пришли строить структуру, которые хотят строить бизнес, и это потрясающая мотивация для них. Вы потом увидите, в чем это складывается. Второй пункт, на что направлена эта программа. Ускорение роста структуры. Ускорение роста структуры. Я вам дальше буду рассказывать и показывать, как это происходит. Третий пункт, на что направлена эта мотивационная программа. Мотивация для ваших консультантов, которые не хотят рекрутировать. Вот те, которые пришли новички, они еще этого не знают. Но вы тоже будете сталкиваться с теми ситуациями, что не все люди, которые придут в вашу структуру, захотят рекрутировать. Вот эта мотивационная программа особенно будет им интересна, и они с удовольствием будут приводить своих знакомых и незнакомых людей. Это, то есть третий пункт, это мотивация для тех консультантов, кто не любит или не хочет обычно рекрутировать или приводить новых людей в свою структуру. Мотивация, давайте я напишу сокращенно, мотивация для нежелающих рекрутировать. Теперь мы с вами рассмотрим, что именно дает эта программа, именно какие выгоды получите вы и ваши консультанты. Выгоды. Зачем я это делаю? В принципе, вы можете об этом прочитать. Но когда у вас будут конкретные пункты, вы на это будете обращать внимание при приглашении людей. Вы именно это можете рассказать более подробно. Но у вас уже будут конкретные акценты, с которыми вам гораздо проще будет справляться потом. Чтобы, ну знаете, как бывает, например, человек никогда не рекрутировал, и он не знает, ну да, программа интересна, а что рассказать, как рассказать. Именно для этого я вам предоставляю несколько пунктов, которые вам помогут в этом, в рекрутировании новых людей. Первое. Первая выгода, которая есть, это прирост в баллах именно для вас. Прирост в баллах. Но это еще выгода для тех людей, которые начнут вместе с вами приглашать в компанию новых консультантов.
у них начнут расти баллы, соответственно, у них пойдет доход от компании, потому что они вырастут по определенной квалификационной лестнице. И, соответственно, помимо продаж, помимо экономии, они начнут получать еще и премиальные от компании по маркетинг-плану. Вторая выгода – это прирост количества новых консультантов. Это прекрасно. Те, кто смотрел мой ролик, есть у меня мини-курс, где я рассказываю про бассейн. Помните? Не смотрели? Если вы не смотрели, обязательно посмотрите, потому что там я как раз рассказываю. Я сейчас немножко скажу. Если у вас не приходят новые консультанты, если вы постоянно не пополняете свою структуру, то в конечном итоге может так произойти, что ваша структура не будет давать никакого результата. Именно вот прирост, большее количество новых консультантов даст вам глобальный рост и даст вам очень хорошие доходы, возможно, и даже большие и огромные доходы. Об этом мы поговорим позже. Третья выгода – это стабильность. Ну, такое слово, которое я не люблю в сетевом – стабильность. Но очень многие люди спрашивают, когда приходят в MLM-компанию, и особенно в компанию Faberlic, они говорят, а у вас нету стабильного дохода? А у вас нету соцпакета? Вот именно благодаря этой программе по приросту новых консультантов у вас появляется стабильно растущий доход. Вы это увидите сами потом. Четвертый пункт мотивации. Это шикарнейшие подарки, потрясающие. Шикарные подарки. Вы уже видели фотографии в личном кабинете, какие потрясающие подарки. Мы видели ролик, и это просто что-то нереально красивое. Это, знаете как, белое с синим, цветовая гамма, оформлено все в новогоднем стиле, расписанные тарелки, расписанные чайные сервизы, скатерть нереально красивая. То есть это тот атрибут, который пригодится вам для празднования Нового года. И вся ваша семья, и ваши друзья, и знакомые, они будут с удовольствием сидеть за этим праздничным столом, и у вас будут подарки от компании с Новым годом. Вы точно будете очень довольны, потому что качество продукта очень высокое. Но я еще кое-что хочу сказать. Эти подарки, они только в этой акции. Продаваться они не будут. Поэтому спешите. И мы сейчас с вами переходим к следующей теме. Давайте рассмотрим все направления, которые есть в этой программе, чтобы вы не ошиблись, чтобы вы точно знали, что необходимо делать. Итак, первое. Акция рассчитана на три периода. Вы все знаете, что такое период. Это 3 недели. Это фиксированный каталог, это время определенное от и до. На какие же 3 периода рассчитана эта акция? На 14 период, плюс на 15 период и плюс на 16 период. Именно в эти периоды, если вы сделаете определенные шаги, то вы получите подарки. Если вы вспомните об этом в 17 периоде, ну уж извините. Поэтому сейчас идет 14 период, когда я записываю это видео. У вас есть уникальная возможность включиться в эту программу и обязательно получить подарки. Итак, рассчитано на 3 периода. Смотрим дальше. Второе. Акция некратная. Что значит акция некратная? В условиях компании есть пригласить
или трех новичков, или шестерых новичков. За трех новичков один подарок, за шестерых другой подарок. Больше. Если вы пригласите 12, извините, акция никак не сработает. Только будет на шестерых. Запомните, акция не кратная, но в любом случае это вам не помешает. Вы получите только один подарок. То есть, тут один подарок. Один подарок – это определенный набор. И давайте рассмотрим именно какие шаги необходимо сделать для того, чтобы получить уникальную шикарную посуду, скатерть и все остальное. Смотрите, первый шаг. Шаг номер один. Вам необходимо 3 периода подряд делать по 100 баллов. 100 баллов вы должны делать по 100 баллов в 14-м, плюс в 15-м и плюс в 16-м периодах. Это первый шаг. Второй шаг. Шаг номер 2. Вам необходимо пригласить новых консультантов. Пригласить новых консультантов. Или трое, или шестеро. Можно вот это количество, можно вот это количество. Дальше смотрите. Каждый из этих консультантов должны сделать первый шаг. Если вы не знаете, что такое первый шаг, вернитесь назад, посмотрите мое видео по стартовой программе. Там есть первый шаг. Каждый период первый шаг разный. Вот сейчас у нас первый шаг. Это в подарок, сделай единовременный заказ или накопительный на 1399 рублей. В других странах там другие цифры. Вы можете посмотреть это в личном кабинете. И получите за 100 рублей в подарок тушь замечательную и пудру. Пудра, которая стоит 300 или 400 рублей, это вообще удивительно. И все это всего лишь за 100 рублей. Это первый шаг. Какой первый шаг будет в 15-м периоде, мы пока не знаем. Но вы сможете это увидеть в личном кабинете. В 16-м мы тоже не знаем. На какую сумму приобретения, мы тоже не знаем. Поэтому обязательно отследите, чтобы ваши новые консультанты сделали первый шаг. Первый шаг делается во время, вот как только он зарегистрировался в каком периоде, в этом периоде он может сделать первый шаг. Предположим, новый консультант зарегистрировался в 14-м периоде и ничего не сделал. В 15-м он уже не включится. И вам этот новый консультант не будет считаться в учет для подарка. Поэтому отследите, чтобы ваши консультанты обязательно сделали первый шаг. Если кто-то у вас не сделал, значит, вам нужно пригласить еще нового консультанта, и чтобы он сделал. Все реально, все возможно. Люди, помните, я вам в самом начале говорила, приходят делать подарки, поэтому сейчас они постепенно, очень выгодно. Вы объясните своим новым консультантам и сами поймите. Сейчас, если постепенно покупать подарки, то тогда к Новому году вы не будете затрачивать большое количество денег. Потому что обычно максимальное количество затрачивают именно к Новому году. Поэтому пусть ваши новички, ваши люди быстрее сделают, сейчас что-то приобретут, потом приобретут и потом. Тогда у них к Новому году останутся свободные деньги, и им не придется затрачивать все полностью на подарки. Понятно это говорю? Они должны сделать первый шаг. Здесь, в этой мотивационной программе, шаг номер 3. Шаг номер 3. Самый приятный. Этот шаг – получение подарков. Получение подарков. Как это?
будет происходить? Вот вы идете по этой программе «Зимняя сказка», 14, 15 и 16 период. Вы по ней идете. Вы все сделали правильно, у вас все получилось. И тогда, если у вас все получилось, и ваши новые консультанты, трое или шестеро, сделали первый шаг и его оплатили в эти периоды, оплатили в момент после регистрации, в тот период, когда они зарегистрировались, тогда на 17-й период на втором шаге у вас пробьются ваши удивительные подарки. Теперь, смотрите, мы сейчас с вами рассмотрим, как нужно делать. Потому что, когда многие читают, многие думают, что в каждый период нужно регистрировать людей. То есть и 14-го трое, и 15-го трое, и 16-го трое. Нет. Очень простая мотивационная программа, очень легкая. За эти три периода вам нужно зарегистрировать всего или трое, или шестеро, понимаете? Всего или три, или шесть. Вот в чем фокус, вот в чем прелесть. Но 100 баллов нужно делать в каждый период. Если вы в один из периодов не сделаете 100 баллов, то вы не попадаете в программу. Пожалуйста, заакцентируйте это и сделайте как правильно. Давайте мы теперь с вами посмотрим, какие подарки у нас получаются. Вот смотрите, если вы пригласили 3 новых консультанта, и каждый из них сделал заказ по первому шагу, я буду брать среднее. Потому что, вот смотрите, в некоторых, вот в прошлом периоде у нас было всего достаточно 15 баллов. В этом периоде 1399 – это 25 баллов. Отследите, пожалуйста. Поэтому я не знаю, какие будут дальше, поэтому я говорю 25, чтобы вам не путаться. 3 новых консультанта должны сделать заказ на 25 баллов. В момент регистрации, еще раз повторяю, не на следующий период, а в момент регистрации. Сделать заказ и оплатить его обязательно. Только тогда он включается, войдет в ваш подарок. Смотрите, 3 новых консультанта или 6 новых консультантов должны сделать заказ на 25 баллов. Я говорю, что это в кавычках. Вот в этом периоде 25, в следующем вы узнаете потом. Или 3, или 6. Если трое новых консультантов за 3 периода у вас сделали по 25 баллов, все прошло замечательно, и вы сделали по 100 баллов, то тогда вы получаете сервиз. Из 5 предметов. В этот сервиз входит чайная пара, это 2 чашечки и 2 блюдца. 2 чашки плюс 2 блюдца, расписанные очень-очень-очень красивые. И вы получаете чайный заварник, заварной чайник. Поверьте, очень красиво. Похоже даже, вот внешне похоже чем-то на гжель. Очень красиво, поэтому вы точно не пожалеете, когда получите эти подарки. Это вот если у вас 3 новых консультанта. Если у вас 6 новых консультантов, то вы получаете скатерть синяя с белой росписью, с покрытием, с которой... Вот с этой... Я взяла скатерть, которая у нас есть в компании, потрясающе. Случайно уронила бокал и разлила кофе на него. Я просто стряхнула.
И никакого пятнышка не осталось на скатерти. Она идет с покрытием специальным, что вода и грязь, она скатывается. Шикарнейшее качество. Большая скатерть на большой праздничный стол. Скатерть плюс. Плюс весь сервиз. Из, вообще вот из 12 предметов. Смотрите, что входит в эти 12 предметов. Во-первых, вот то, что мы с вами написали вот здесь. Чайная пара, две чашечки, два блюдца и заварной чайник. Это входит сюда. Дальше. Я пишу чайный сервиз. Еще входит сюда... Два набора расписных тарелок. Стеклянных тарелок. Что входит в эти наборы? В один набор входит три тарелки. Это в один набор. Входят три тарелки разного размера. Размер вы можете прочитать. То есть получается у нас получается как раз 12 предметов. 6 тарелок. Потом у нас идет... две чашки, два блюдца, заварной чайник. И получается у нас как раз и плюс скатерть, как раз 12 предметов. Очень красиво, нереально красиво, серьезно, я видела, я прям, у меня аж ручки зачесались, я тоже хочу. Я бы с удовольствием больше его получила. Ну, я, кстати, это могу сделать, потому что в моей структуре, у меня в структуре есть мои сыновья, и я могу сделать так, что мои сыновья тоже получат, и будет у меня огромный сервиз. Я, Максим, Павел и Алексей, и будет у меня 4 сервиза. Представляете, это сколько у меня предметов получится? Получится 4 сервиза. Умножить на 12 предметов. Сколько получается? 40. 48 предметов. А у вас же, наверное, тоже есть зарегистрированные. Или муж, или мама, или дети. У вас, наверное, есть в структуре ваши близкие. Так вы же тоже можете это сделать. И у вас еще больше будет, может быть, чем у меня, вот этих сервизов. Это я вам рассказала выгоды и вообще, что получается. Давайте еще раз повторим. Нужно привести 3 новых консультантов. Или 6 новых консультантов. И они должны сделать первый шаг. Выкупить продукт, пробить продукт и оплатить его. И тогда вы получите вот эти замечательные подарки. Но это не все. Вроде бы, ну что, подарки. Но кто-то говорит, мне не столько подарки нужны, сколько мне нужны деньги. И вот сейчас мы с вами будем рассматривать, какие вы можете получить деньги и каких квалификаций вы можете достигнуть. Я когда писала, мне это очень понравилось. Итак, переходим. Мы сейчас с вами будем рассчитывать. Берите калькуляторы быстренько. Берите ручки и листочки, если вы не записывали. И немедленно начинайте записывать то, о чем я буду говорить. Потому что вы это запишете, покажете своим консультантам, и они точно захотят. Итак, смотрите, пример первый. Пример номер 1. Как можно вообще вырасти благодаря этой программе? Смотрите. 14-й период, 15-й период, 16-й период. Что необходимо пошагово делать? Вы
Делаете 100 баллов. Вы делаете 100 баллов. В 16 период вы делаете 100 баллов. Запомните это. Дальше. В 14 периоде вы приглашаете одного консультанта. Одного нового консультанта, который делает 25 баллов. Потому что в 14 однозначно только 25 на 1399 рублей в ценах консультанта. Он делает 25 баллов. У вас получается 125 баллов. В 14 периоде прибавляется. В 15 вы делаете 100 и одного нового консультанта по 25 баллов. То же самое. 100 и одного нового консультанта по 25 баллов. Что происходит? У нас получилось один новый консультант, второй новый консультант, третий новый консультант. Мы выполнили программу минимум по этой мотивационной программе. Понимаете, о чем я? И вы получаете подарок. Чайный сервиз. Здорово? Сложно? Не сложно. Здесь 3 недели. Здесь 3 недели. Здесь 3 недели. Получается 9 недель. За 9 недель... Я думаю, что это элементарно просто. Одного нового консультанта привести за 3 недели. Элементарно просто. Согласны со мной? Это программа минимум. Давайте рассмотрим, какие еще есть варианты. Следующий. Пример номер 2. Пример номер 2. Смотрите. 14 период. 15 период, 16 период. Вы делаете 100 баллов. Вы приглашаете 2 новых консультанта. Плюс 2 новых консультанта, которые делают по 25 баллов. У консультантов новых получается 50. Ваш групповой объем 150 баллов. Дальше. В 15 периоде вы делаете 100 баллов. Плюс 2 новых консультанта по 25. 50 у новых. И точно так же 150. 16 период. Вы делаете 100 баллов сами. Плюс 2 новых консультанта по 25. У них получается 50. И вы здесь получается, ну, тоже 150. Смотрите, сложно? 2 новых консультанта за 3 недели. Не сложно. И что происходит? Вы получаете подарок. Весь сервис. Весь сервис. Интересно? То есть у вас есть 2 варианта. Вы можете сделать пример номер 1 и получить чайную пару. Сервис чайный. Вы можете сделать пример номер 2 и получить подарок весь сервис. Знаете, что есть еще один метод? Сейчас я вам покажу. Есть пример номер 3. Смотрите, 14 период, ой, другой маркер возьму. 14 период, 15 период, 16 период. Точно так же вы делаете 100 баллов.
Вот это обязательно и не отменяется. В каждом периоде вы делаете по 100 баллов. Но вы можете придумать вариант приглашения новичков так, как вам удобнее. Предположим, вы здесь пригласили 3 новых консультантов, которые сделают по 25 баллов. Новые консультанты здесь делают 75 баллов. Соответственно, у вас получается 175 баллов. Групповой объем. А, например, вот здесь вот программу максимум сделали, а здесь, например, программу минимум. Предположим, вы сделали, пригласили одного только нового консультанта, который сделал 25 баллов. Ну, групповой объем здесь у вас будет поменьше. Но зато в 16 периоде вы решили сделать это. Вы приглашаете 2 новых консультанта, 2 по 25 баллов, получится 50, 150. Смотрите, что у нас происходит. 3 плюс 1, 4 плюс 2, что? 6 новых консультантов, и вы получаете весь сервис. Смотрите, это не значит, что нужно обязательно так распределять, что в 14-м 3, в 15-м 1, а в 16-м 2. Это я вам пример такой привожу. Вы можете сделать вообще наоборот. Одного в 14-м 3, в 15-м, в 16-м 2. Вы можете сделать еще один момент. Вы можете, например, знаете, как сделать? Вы можете, предположим, в 14-м пригласить 3 новых консультантов, 15-й по новым консультантам прочерк, а в 16-м вы пригласили опять 3 новых консультантов. Вот здесь вот есть варианты, которые вы можете выбрать для себя сами. То есть вообще, в принципе, компания сделала такой шикарный момент. Вы сами можете решить, как вам удобней. Почему я предлагаю в 14-м периоде пригласить 3? Потому что в любом случае вы уже будете понимать, что уже чайная пара у вас. Потому что вам останется только, если вы захотите минимальный только подарок получить, то вам останется в 15-м 100 баллов сделать и в 16-м 100. И все, и вы уже чайный сервизик получаете. Но ведь вы же не знаете, что с вами будет в 15-м и 16-м. А вдруг вы захотите прям вот так капитально и выйти на весь сервиз. Тогда вот могут быть такие варианты, могут быть любые варианты. Понимаете? Вот видите, 3, здесь может быть прочерк, здесь 3. Если, предположим, вы приглашаете больше 6 новых консультантов, помните, я говорила, акция не кратная, вы получите все равно один сервиз, всего один. Но я же, помните, вам говорила, что у вас есть в структуре родственники. Я знаю, что практически у каждого есть в структуре родственники. Вы можете сервиз такой подарить маме и сделать, зарегистрировать под маму людей и все остальное. И получить 2 сервиза. Один себе, а другой маме в подарок на Новый год. Или, например, взять мужья у кого-то зарегистрированный, и можно сделать на мужа это, и можно сделать на себя, и будет у вас большой сервиз дома. В любом случае, варианты возможны разные. И только вам выбирать, как вы это сделаете. Но сейчас мы с вами поговорим еще кое о чем. Как заработать и как достичь квалификации благодаря вот этой акции. Смотрите. Я тоже вам расписала несколько вариантов. Потому что я знаю, что у многих есть уже сейчас структуры. И в принципе, те, у кого есть структуры, я вас поздравляю, вы можете привлечь огромное количество своих консультантов именно в эту акцию. Смотрите, пример первый. Пример номер 1. У всех разное количество консультантов, поэтому я сейчас просто напишу, предположим, ну, давайте 10.
предположим, в вашей структуре 10, ну, ваш, 10 консультантов. Как это будет выглядеть? Смотрите. То есть вы имеете структуру. И, возможно, неактивные кто-то консультанты. Поэтому у вас есть уникальная возможность заинтересовать их, показать им, какой шикарный сервис они могут получить, и смотивировать, чтобы они начали делать определенные объемы. Смотрите, что необходимо сделать, чтобы прирасти? Первое. Вы делаете 100 баллов. Вы приглашаете 6 новых консультантов. Я буду делать максимально. Вы уже выбираете самостоятельно. Я буду на максимальном идти. И помните, я говорила, вот, ну, здесь говорила, что здесь вы можете выбрать самостоятельно, когда приглашать, чтобы получилось 6. Здесь я буду пример приводить просто. Вот за 3 периода, за 14, 15, 16, вы делаете 100 баллов. Вы приглашаете 6 новых консультантов, которые делают по 25 баллов. И у вас получается здесь 150 баллов у новичков. Соответственно, у вас выходит итого 100 плюс 150, 250 баллов. Смотрим дальше. Предположим, что это была первая неделя. Это у нас... Первая неделя периода. Так? Что делаем дальше? Смотрите. Ваши 10 консультантов делают по 100 баллов. Вы же их привлекли, вы же их заинтересовали. Делают по 100 баллов. И повторяют ваши действия. И приглашают каждый... 10. Каждый приглашает 6 новых консультантов, умножить на 25, получается 150. Но, смотрите, это у нас сделал один только консультант для того, чтобы получить. Поэтому получается, 10 консультантов умножить на 100 баллов, они делают у вас, получается, сколько? У вас получается 1000 баллов только с личного объема ваших консультантов. Дальше. 10 ваших консультантов приглашают по 6 новичков. У вас получается... смотрите, 10 консультантов умножить 6 новых консультантов умножить на 25, получается 150. 10 умножить вот на это количество, у вас получается новые консультанты ваших людей сделают вам 1500 баллов. Здесь выходит 1500 баллов. За счет того, что они включились в эту программу. Понятно? Я вам написала первая неделя. Нет, я вам слишком что-то много написала. Пусть будет не первая неделя. Пусть это будет за один период. Если за один период они это сделают, то вот такое количество получится. Смотрим дальше, что происходит. Вот давайте за один период попробуем сделать. Знаете, как будет интересно? Ну, хотя, в принципе, зря зачеркнула, можно было бы первую неделю вы приглашаете, вторую неделю ваши люди приглашают. Что происходит дальше? У вас получается итого ваши 250 баллов, 1000 баллов, личный объем ваших консультантов и 1500 баллов, которые сделают они с новичками. Итого у вас получается 2750 баллов, и вы почти директор. У вас здесь
19%. Вы старший вице-директор. Старший вице-директор. Очень интересно. Что же получите вы в доходе? Давайте посмотрим. Доход в этой ситуации. Доход ваш. От ваших лидеров. Вот то, что вот это они сделали. Вот это вот. Вот от ваших лидеров. От лидеров. У вас составит 14 300 рублей. От ваших новичков, то, что вы делали, вот это вот, вот, вот это первый шаг. От новичков, новичков ваших, вы получите 2000. Не от новичков вы получите, я по-другому скажу. То, что ваши новички сделают заказ на 25 баллов, и вы 100 баллов, вот за эти 250 баллов вы получите 2090 рублей. Общая сумма дохода вот в таком раскладе составит 16 390 рублей. Интересно? Вы поработали, своих новичков, ой, своих консультантов подтянули, ведь у них-то тоже будут заработки. Я тут не расписываю их заработки, потому что у них будет потрясающий момент. Знаете какой? У них получится, они сделали 100 баллов лично, плюс их 6 новичков сделали 150. У них получается 250 баллов у каждого. Это 6%. Рассчитайте, то есть ваши консультанты, которые вступят вместе с вами и пойдут повторять ваши действия, они тоже получают. Мало того, что они получают подарок, они еще и получают доход. Давайте рассмотрим следующий пример. Сейчас вам будет страшно. Я когда начала этот пример расписывать, я не ожидала, что такой результат может получиться. Знаете как? Я обычно с вами делюсь тем, что я готовлю для себя. То есть составляю определенную цель, определенный бизнес-план, который я просчитываю, рассчитываю. Когда я дошла до итога, я сказала: ой, так это интересно. Вот давайте посмотрим второй пример. Пример номер два. Пример номер два. Давайте представим, что вы новичок. Я знаю точно, что очень многие смотрят новички. Но представьте лидеры, которые тоже смотрят. Представьте, что вы новичок, что у вас нет никакой структуры, что у вас никого нету. Я это назвала «начать с нуля». Начать с нуля. Особенно это пригодится для новичков. Смотрим. Готовы? Погнали. 14 период. Что мы делаем в 14 период? Вы 100 баллов. Дальше у нас, помните, как было? 6 новых консультантов по 25 баллов. Там у них получается 150. Так? Все правильно? Итого у вас выходит 250 баллов. Групповой объем. В принципе, несложно. Вы с нуля начали, 100 баллов сделали, пригласили 6 новичков. У вас получилось 250. Дальше смотрим. 15-й период. Что происходит в 15-й? Смотрите внимательно. Я очень прошу, чтобы вы записывали. И чтобы вы самостоятельно вместе со мной считали. Иначе вы запутаетесь. Но если даже вы запутаетесь, если вам что-то будет непонятно, вы же знаете, что я всегда отвечаю. Поэтому в любом случае, если что-то будет непонятно, напишите в комментариях вопросы, и я отвечу и объясню. Итак, 15-й период. Вы там сделали, пригласили 6 новичков и получили
групповой объем 250 баллов. Вы делаете 100 баллов. Так? Что делаете дальше? Вы же уже пригласили 6 новичков, поэтому вы больше не приглашаете новичков. Ну, вот такой вариант. Почему бы нет, да? Не приглашайте. Делайте 100 баллов. Но здесь вы работаете со своей структурой. Вот с этими новичками и мотивируете их, чтобы они начали, как и вы, расти и зарабатывать, и получили подарки. Что происходит? Смотрите дальше, сейчас, секунду. Ваши новые консультанты, которые пришли в 14-м периоде. Понятно? Ваши новые консультанты. Их у вас 6. Делают по 100 баллов. И у вас получается 600 баллов. Они сделают. Понятно? Дальше. Что? Я возьму другой фломастер, чтобы было понятно. Ваши новые консультанты приглашают по 6 новых консультантов. Их у вас 6. Так, они приглашают по 6 новых консультантов, каждый, которые сделают по 25 баллов. И здесь у нас было 150. Соответственно, у каждого нового консультанта будет вот такое количество. Соответственно, групповой объем, общий групповой объем шестерых ваших новых консультантов составит 900 баллов. Интересно? Уже интересно, наверное. И смотрите, что у нас получается итого. Итого. Ваши 250, которые в 14-м периоде. Так, подождите, стоп. Не то говорю. Не то говорю. Не то. Ваши 100 вот эти. 100 в 15-м. Плюс 600 баллов, которые делают ваши новые консультанты, 600, плюс от приглашенных их новичков 900 баллов, плюс 900 баллов. Итого на 15-й период у вас составит групповой объем 1600 баллов. Представляете? 1600 баллов у вас уже получится. Здесь было всего 250. На следующий период вы делаете 1600. Неплохо? Здорово. Давайте посмотрим, что мы будем в 16-м периоде делать. 16-й период. По привычке. Вы 100 баллов. Вы 100 баллов. Вы никого не приглашаете. Дальше. Ваши новые консультанты, их у вас 6, делают по 100 баллов. У них получается 600 баллов группового объема. Их новые консультанты, которых они приглашают... Смотрите, их новые консультанты, это вот сейчас я вам нарисую, чтобы понятно были. Вот эти, которых они пригласили, вот эти новые консультанты. Они ведь тоже хотят включиться в эту программу. Что они делают? Вот смотрите, здесь было как? Их было 6 человек, так? 6 консультантов. Они пригласили по 6 консультантов. Получилось сколько? 6 6, 36. 36 консультантов вышло. Что происходит дальше? Вот эти их новые консультанты. Ой, я прям... 36 умножаем, делают по 100 баллов. Что получается? Я в шоке была, когда я дошла до этой цифры. Я аж запуталась в цифрах. Я вначале меньше посчитала, а потом сказала, нет, что-то не то. Смотрите, их стало 36 новых. Вот они. Они каждый сделали по 100. Получается... Давайте я прям зеленым нарисую, чтобы вам видно было. 3600 баллов. Представляете? Я вообще нереально. Но они тоже хотят получить подарок.
зимнюю сказку. Что они делают? Смотрите еще раз. Эти 36 новых консультантов, они приглашают по 6 новых консультантов, каждый по 6, которые сделают по 25 баллов, которые 150. Знаете, что здесь получится? Готовы? Вы готовы? Вы готовы? Точно? Начинаем. Здесь получится, вот здесь вот равно получается 5400 баллов. Весело? Интересно? Смотрите, давайте посмотрим, что у нас получилось в 16 периоде. Я его прямо отчерчу, вот так вот отчерчу, чтобы было понятно. В 16 периоде у нас ваши личные 100. Сейчас мы их будем писать вот сюда. Ваши личные 100. Ды-ды-ды-дым, 16 период. Ваши личные 100. Отметили? Отметили. Дальше. 600 баллов, которые сделали ваши новички. 600. Плюс 600. Плюс. Следующий у нас этап получился 3600. 3600. Отметили. Плюс 3600 баллов. Плюс. Вот эти, которые пригласили с новичками, сделали 5400. Отметили. Плюс. Вот сюда буду писать. 5400. Знаете, сколько получилось? Сейчас вам эту страшную цифру нарисую. Итого получилось 9700 баллов. Это групповой объем на 16 период. Интересно? А знаете, какой доход получится? Давайте посмотрим. Давайте я вот сюда вот эту цифру перенесу. 9700 баллов у вас на 16 период. Я хочу сакцентировать внимание. Смотрите, что здесь получается. Во-первых, вы директор. Вы не просто директор. Вы уже здесь старший директор. У вас квалификация выскочила. Не просто директора, а старшего директора уже получилось. Что с вами происходит? Смотрите. Я сейчас буду рисовать. Ваш доход получится. Ваш доход. Я попробую нарисовать, чтобы вы понимали. Смотрите. У вас было приглашено всего 6 новых консультантов. В 14 периоде. Что происходит? Вот ваш новый консультант. Один. Так? Он сделал что? Он сделал 100 баллов. Но он пригласил 6 новых консультантов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Он пригласил 6 новых консультантов, которые тоже сделали по 100. По 100 баллов. 100. Я рисую специально, чтобы вы поняли смысл, как я, потому что вдруг кому-то непонятно. Что произошло дальше? Каждый из этих консультантов, каждый пригласил 6 новых консультантов, которые сделали по 25 баллов. И получилось 150 баллов. Соответственно, у этого 150 плюс к его 100, у этого 150 плюс к его 100, у этого плюс мы с вами нарисовали, у этого 150 плюс, вот она цифра, понятно? У этого плюс 150. Замечаете, как, что получается?
Вот с этими и вместе с вами, вот смотрите, вот вместе с вами и вместе с этими новичками, которые зелененькие, получилось 700 баллов. А вот это, которое вот мы рисовали красненьким, плюс, получилось 900 баллов. И получилось 1600. Не путайтесь, сейчас объясню. Знаете, кто сделал 1600? Ваши новые консультанты, которых вы пригласили шестерых. Вы им сказали: хочешь заработать? Давай мы будем с тобой двигаться, растить структуру. Именно ваши новые консультанты сделали квалификацию вице-директора на третий период после того, как они пришли. Весело? Интересно? А помните, сколько у вас их? Вот, это вот они, любимые, вот, глазки солнышка, вот они любимые, улыбаются, им прям здорово, потому что они сделали квалификацию вице-директора на третий период. Очень здорово. Смотрите, что происходит дальше. 1600 баллов умножить на 6 новых консультантов, получается... 9600 это сделали только ваши новые консультанты. Это те люди, которых у вас не было. Потому что вы начали с нуля. Они вам принесли этот доход. И они старались и работали, а вы им помогали. И, соответственно, они полное право имеют получить деньги. И, естественно, они получат замечательные суммы вот с этого дохода. Вот с этих 1600. Замечательный. Я не буду писать, что они получат. Потом рассчитаете, с наставниками свяжитесь. Пусть они помогут вам это сделать по маркетинг-плану. Но я рассчитаю, как вы получаете здесь. Смотрите, плюс 9600, плюс ваши всего лишь 100, и получилось 9700. По сути, что вы сделали? Вы сделали 100 баллов, пригласили 6 новых консультантов, научили их сделать то же самое, что сделали вы, и вы вышли вот на такой объем вообще удивительный. Какой доход вы получите? Смотрите, от структуры это подразумевается вот это все, от структуры, вот от этого объема, вы получите, вообще такие халявщики, вы просто сделали 100 баллов, пригласили 6 новичков, научили их делать, как правильно делать, и вы за это получите 16 896 рублей от компании. Премиальный, объемная скидка у нас называется. Это от структуры. Дальше смотрите. Доход от вашего объема, он у вас такой маленький, всего 100 баллов. От вашего объема, личного объема, вы получите, хотя он маленький, но вы вышли на квалификацию директора, и у вас получается 23%, и вы получите 1012 рублей. Ну, знаете, здесь какая фишка? Сколько периодов прошло? 14, 15, 16. Вы знаете, что у нас существует еще одна программа? Это быстрый старт. Это для тех новичков, которые приходят в компанию. Если вы пришли в 14 периоде и сделали квалификацию за 3 периода, то компания вам дарит бонус быстрого старта. Это, смотрите, бонус. Быстрый старт. Бонус быстрый старт за квалификацию директора. Это 40 тысяч
рублей. Единовременный подарок. Бонус «Быстрый старт» за квалификацию старшего директора. 60 тысяч рублей. Это не плюсом. Или-или. 60 тысяч рублей. Это вас компания благодарит за вашу деятельность. И вы можете запросто получить по итогу. То есть вот перед Новым годом сделать себе не просто подарок, красивые сервизы, но еще сделать себе подарок, хорошую сумму, на которую можно купить маленький броневичок. Это я вот шучу. Знаете, какая сумма? Сумма, которая получается по итогу. Итого 57 908 рублей. Как вам эта циферка? Вам нравится такая сумма? Нет? Ну я тогда отпускаю. Вы можете этого не делать. Конечно, это идеальная картинка. Но если мы не будем двигаться к идеалу, если мы не будем пробовать те возможности, которые нам дает компания, если мы не будем использовать те мотивационные программы, которые есть у компании, то тогда, ну зачем тогда работать в компании? Пользуйтесь продуктом и получайте удовольствие. Но у вас есть уникальный шанс к Новому году себе сделать вот такой подарок. Замечательный подарок. Но знаете еще что интересно? Те люди, которые пришли не в 14-м периоде, не сегодня, пришли в 13-м периоде или в 12-м периоде, у них еще есть время сделать то, что мы с вами прописывали, за более короткий срок и получить такие же цифры. Очень интересно. У многих из вас, наверное, возникнет вопрос, а как же мотивировать людей на 100 баллов? Ведь не каждый может делать 100 баллов, и многие не хотят это делать. И вот именно в следующем видео я вам расскажу следующую программу VIP-консультант. Что она дает, и какие преимущества, и какие новые подарки. Она просто потрясающая. Тем более в день рождения компания Faberlic сделала новую VIP-программу, о которой еще нигде не написано. Следите за рассылкой. В следующем уроке я вам это расскажу. И посчитайте. Даже если вы сделаете половина, не 9700, не все, может быть, сделают это, но вы просто-напросто возьмете и, ну, половина, ну, разделите. Ну сколько получится? Вы все равно сделаете квалификацию директора. А знаете еще, что такое 9700? У вас сколько? 6 вице-директоров. Помните, я вам говорила про Китай? Помните, я вам говорила про золотую квалификацию? Из этих 6 золотой директор – это 3 директора под вами. Я думаю, что из 6 точно 3 у вас станут директорами. Точно 3 сделают и пойдут дальше двигаться и расти. И у вас есть уникальная возможность из этих вице-директоров вырастить тоже золотых директоров. И успеть до 3-го периода. И вместе со своими директорами поехать в Китай на острова в подарок от компании. Пообщаться с шикарными людьми, но об этом будет в 3-м видео. До новых встреч, дорогие друзья!